Приехав в Порту и выйдя с поезда, я сразу понял, что туристов в городе тоже нет. Людей было мало, на улицах немногочисленные машины, в которых сидели коренные портовичане, ну я так думаю. Меня часто спрашивают в комментариях, откроют ли Португалию для путешествий, потому что у некоторых на руках остались билеты. Я верю, что откроют, но думаю, что это все угомонится не раньше осени. И в конце концов, ну, приедет первый турист, которого встретят по-нашему. Не хлебом и солью, тут и своих традиций хоть отбавляй, а какой-нибудь сардинкой запеченной и холодным бокалом сангрии. На этом мосту, смотрите, практически нет никого. Ну, естественно, ходят вагончики, это естественно. Это метро так называемое, портовское. Вот, смотрите, видите, все переделано, рай наркоманов разрушен. Элитный рай португальской наркоманской тусовки уничтожен. Старые винные склады, которые долгие годы были лицом города. На этом месте будут небольшие отели, но с самым красивым видом в Порту. Я вам гарантирую, если вы приезжаете впервые, это ваши отели. Вы видите, как интересно, они все-таки оставили тот же самый вид, какой был. Но всю начинку поменяли. Скоро здесь будет куча туристов. Просто невероятное число. Там впереди океан. А здесь наш Порту. Центр города. Каждая арка — это ресторанчик, и там стоит столик с туристами. Представляете, сколько их там было? А кроме уборщиков больше никого не осталось. Если кто не знает, то улицы в Порту убирают именно так. Ходят люди вот с такими тележками и заметают после туристов. Сейчас мусора практически нет, город чистейший, реально чистейший. Теперь мы знаем, откуда берется мусор. У каждого человека своя территория, поставили, он ее объезжает. И объезжает очень рано, то есть я вот шел в начале 7-го, и уже люди работали. А с этими флагами беда, я не знаю, почему их везде продают. Мне кажется, на сезон хватает, и потом они становятся как тряпки. Какой-то заговор против флага португальского. Везде, на домах висят, вот видите, на кораблях висят. И превращаются потом просто реально в тряпки. Это здание — бывший русский ресторан в Порту, или иначе ресторан «Москва», так его называли. Здесь же мы и голосовали, с Лиссабона привозили урны, и мы сюда приезжали и голосовали. Заманивали нас обычно дешевой Балтикой. Бутылка Балтики трешки стоила 1 евро. Именно на выборах, как в старые советские времена, мы приходили, выпивали дешевого пива, ну а как заманивать еще на выборы? Обсуждали сплетни, обнимались, целовались. И расходились, чтобы не увидеться в этой жизни больше никогда. Если вы любите путешествовать и никогда не были в Португалии, вы обязаны посетить
именно город Порту. Потому что это настолько колоритный город, и эти фотографии вы видели, я гарантирую, много раз. Кто-то оцепление выкинул в речку. Я сейчас нахожусь в порту, и коронавирус гуляет по стране именно больше всего, но здесь, даже не в столице нашей страны Лиссабоне. Я бы не сказал, что люди сильно напуганы. Конечно, есть сумасшедшие, которые, наверное, и спят в масках, но таких меньшинство. Те, кто не был в порту, возможно, не поверят, но это место, где я сейчас иду, здесь туристов скопление больше всего в городе. А мост, куда я хочу зайти, это мост Дона Луиша I, короля Португалии. История этого моста очень интересная, и я вам сейчас ее расскажу. В 2019 году этот мост был признан одним из 15 самых красивых в Европе. В одном из выпусков «Орла и решки», посвященному северу Португалии, проект моста Дона Луиша приписали Эйфелю. Это не совсем так, хотя фирма Эйфеля действительно участвовала в конкурсе на строительство этого моста, и его проект даже занял гран-при на международной выставке в Париже. Но он был отвергнут местными властями, так как не соответствовал заявленным целям. Проектировщиком моста Дона Луиша I стал ученик и компаньон Эйфеля бельгиец Теофил Серик. Строительство началось в 1881 году, и уже в 1886, в день рождения правящего тогда короля Луиша I, был торжественно открыт верхний ярус. Местная легенда гласит, что король не приехал на инаугурацию моста, названного в свою честь, поэтому оскорбленные жители убрали из названия титула Дон, который использовался при упоминании особ королевской крови и был символом уважительного отношения к царственной особе. И что еще интересно, на следующий день после открытия верхнего яруса с пешеходов начали брать плату за пересечение моста и даже стали чеканить специальные жетоны, которые принимались во многих магазинах и ресторанах города. Проход по мосту стал бесплатным лишь спустя 60 лет, в 1944 году. Кроме пешеходов, по верхнему ярусу ходил конный общественный транспорт, так называемые конки, которые были прародителями трамваев. Позже они были заменены на желтые трамваи, троллейбусы, автобусы и в конце концов метро, которое проходит там до сих пор. А этот нижний ярус был закончен лишь в 1888 году. Сейчас он используется для автомобильного и пешеходного движения, а пешеходные зоны по обеим сторонам от проезжей части здесь настолько узкие, что свободно может пройти только один человек. Все это понятно, что антураж, эти бочки, вообще, да, так именно и перевозили вино. Традиции, как говорят, нужно чтить. Португальцы их чтут.
Район Рибейра прежде всего привлекает внимание своей необычной архитектурой. Кажется, что небольшие домики разных цветов с узкими фасадами, расположенные на холме, буквально налеплены друг на друга. Многие из строений очень красиво украшены традиционной керамической плиткой, азулежью в бело-голубых тонах. Местные жители неторопливо прогуливаются по старым извилистым улочкам, общаются в кафе за чашкой кофе или отдыхают в тени раскидистых деревьев. В прошлом на площади Праса де Рибейра шла бойкая торговля. Горожане покупали здесь мясо, рыбу, хлеб и многое другое. Сегодня площадь тоже не пустует. Здесь много кафе и баров, где можно продегустировать знаменитые португальские вина и портвейны. Но площадь на данный момент взяла небольшую паузу, и туристов больше нет. Смотрите, при этом пахнет очень хорошо. Раньше очень сильно пахло, извиняюсь, мочой. Сейчас нет. Вообще не пахнет. В этих кварталах, конечно, такое ощущение, что попадаешь в средневековье. Ощущение такое вот в этих кварталах. Непередаваемое. Вон тоже заброшка. Ой, ну сюда бы я не поднялся. Там все обвалилось. Причем вот этот дворик, насколько я помню, здесь вечная куча туристов, и все фотографируют. Вот тут стоят, где я стою, вот там Доура, Рибейра, и вот здесь фотографируют вот эти пейзажи. И ими весь интернет завален. Полы деревянные, смотрите. То есть там сверху люди живут. И вот то же самое. Причем этому очень много лет, друзья мои, очень. Может быть, и не одна сотня. Где-то частично, наверное, менялись. Но, в принципе, так оно и есть. И вот здесь, кстати, раньше была, если я не ошибаюсь, вот, да, вот она площадь. И вот здесь были наркоманы, здесь собирались наркоманы. И мы когда приехали в первый год, нас наш друг сюда привез. Мы сюда ночью, где-то что, 12 час ночи, мы сюда заходим, здесь на корточках, где только не лежат. В общем, через них переступали в буквальном смысле. Вот это все место было раньше наркоманское. Я знаю, что среди моих подписчиков есть много строителей. Смотрите, какая интересная архитектура, инженерное решение. Но это делалось именно для того, чтобы стоял потолок верхнего этажа. Я правильно понимаю? Ну или поддерживался, во всяком случае. Хо-хо. А слушайте, в нормальное время, когда здесь куча туристов, вечно бегаешь от них слева направо, чтобы обойти. Мелочей не замечаешь. Если подняться сюда наверх, то вот эти дома, которые вы сейчас видите впереди с правой стороны, в этих домах раньше жили бандиты, пираты, женщины легкого поведения и разные мастерские. Архитектура порту – это парадокс. Если вы попробуете поискать что-то про архитектуру Португалии, вы найдете все что угодно. Мечети мавританского стиля и замки римского стиля, португальскую готику, маньеризм и барокко, памбалина и мануэлина, современную архитектуру и дороманский стиль. Но никогда не найдете статьи о простых домах. А эти самые простые дома – самое крутое, что есть в порту. Не относящиеся ни к какому стилю архитектуры, они полностью покрыты керамической плиткой вырвиглазной красоты. Эта плитка называется азулежу. Белье, куда же без него. Так вот, этими маленькими глазурованными камнями спустя 1000 лет после арабских завоеваний покрыты все дома в порту. А что такое дома в портовом городе? Это нагромождение самостроя разной толщины, высоты и пропорций. Порту невероятен. Мозг отказывается его воспринимать. С одной стороны, он похож на албанские трущобы, в которых кафельный пол в туалете по ошибке положили на весь город. С другой стороны, ходишь и думаешь, плевать на каноны. Это же нереально круто выглядит. Есть места в городе, где вообще все как нарисованное. Не обязательно дома должны быть в плитке. Соотношение примерно 50 на 50. Половина домов покрыты кафелем, половина покрыта краской. Это не важно. Здесь каждый кадр – готовая реклама нового супердисплея для телефона. Азулежу – это плитка только для домов. В Португалии есть еще тротуары, поэтому для них есть своя плитка, которая так и называется – португальская тротуарная.
Местные к плитке привыкли, местным вообще все нормально. Ну такое, португальская обыденность. Как Кремль в Москве. У иностранцев челюсть в пол, а москвичам скучно. Восторг от порта не заканчивается на кафельной плитке. В этом городе на самом деле просто чудовищная концентрация артефактов. Ну-ка, если его поднять вообще... Слушайте, он такой тяжелый на вторую руку. Одной-то можно приподнять, но... Капец, какой тяжелый. Зачем я показываю вам этот бункер? Это не бункер, это новый пирс, а старый находится под ним. То есть, если сейчас вот по камням пройти и залезть туда внутрь, вы увидите средневековые ступени. По этим ступеням люди спускались на корабль. Вот смотрите, стоит корабль прямо у берега. Здесь глубоко, здесь совсем не мелко. Возможно, от этих ступеней была дальше пристань. Я не знаю, все изменилось за сотни лет. Но факт остается фактом. Португальцы, когда делали эту набережную, они не уничтожили это, а оставили своим потомкам. Может быть, когда-нибудь это все уберут и пристанут миру ступеньки, по которым, возможно, сходил сам Васко да Гама. Я даже не знаю, где это они рыбачили. Речная рыба, но я не знаю. Непопулярна. По мне, так скорее всего в море. Заброшенный дом в порту. Огромный-огромный. Оказывается, если залезть на старинную колокольню и посмотреть на город с высоты, он становится совершенно не похожим на самого себя. Если порту с улиц это бесконечный разноцветный паттерн из полированной плитки, то порту с высоты река из красных крыш. В буквальном смысле река, в которой можно рассмотреть даже потоки черепичной воды. Любой неприглядный закуток в порту может открыть такой потрясающий вид, который в других странах пришлось бы искать с навигатором. А стоит, например, зайти в магазин, где продают сардины, любимое португальское блюдо, так в нем вместо плитки стены выложены консервными банками с сортировкой по году выпуска. Странно, что в городе не оказалось ни одного дома, стены которого были бы выложены банками из сардин. Осталось совсем немножечко. Вон там вдалеке вы видите очертания ворот морских. Нам туда. Порту, который когда-то принимал бесчисленные корабли величайшей морской державы – Португальской империи. Когда-то именно Португалия владела Бразилией и многими колониями вдоль всего побережья Африки, Индии и Азии. Именно португальцы впервые открыли мыс Доброй Надежды, обогнув Африку. Португальцем был и Васко да Гама, который первым нашел морской путь в Индию и Магеллан, первый совершивший кругосветное путешествие. Поэтому ничего важнее порта не может быть в португальском городе. Даже название города Порту имеет один корень. Порт порту. Это сверхидея порта. Сам город оказывается только жилым придатком, второстепенной вещью. Людям нужно было где-то жить, вот и построили несколько домов вокруг причала.
порту, и со мной согласятся тот, кто здесь был, это самый немыслимый, невообразимый, самый красивый и необычный город в Европе. А может быть и не в Европе, а во всем мире. Грубый век, грубые нравы, романтизму нету. Не в первый раз встречаю таких коронавирусных модниц. У ней маска и шортики одного цвета. Где-то я прочитал, что 1/5 зданий в порту в заброшенном состоянии, то есть люди не живут. С 1980 года, когда в стране был кризис, люди побросали свои дома и уехали в разные страны. Наверху с левой стороны балкончик, и там загорает девушка, посмотрите. Так вот, иногда бывает, что приходишь куда-то, и улица вся заброшенные дома, и только один какой-то вот такой стойкий дом, в котором живут люди и ничего, не собираются никуда уезжать. Им и здесь хорошо. На этих улицах со средневековых времен всегда жили рыбаки, матросы, рабочий люд. А сейчас немногочисленные потомки доживают здесь свой век. Всем туристам посвящается. В общем, друзья мои, когда вы идете с океана и прошли первый самый мост, называется Арабида мост, примерно километр от него, с левой стороны, у вас будет бензозаправка Repsol. Если вы придете во время отлива, то увидите огромный якорь, который оторвался от средневекового корабля. Не знаю, почему его никто до сих пор не поднял. Вещь музейная. Лежит себе, и что самое главное, не особо коррозией-то покрывается. Если вы внимательно присмотритесь к открытому окну на 4-м этаже, то вы увидите потолок 5-го этажа, он деревянный. Здесь перекрытия деревянные. Почему эти дома пустые? Да потому что по португальским законам фасад не имеют права снести. А так как дом еще до сих пор не признали непригодным для жизни, вот он и будет стоять, пока уже там и не рухнет. И после этого возведут какой-нибудь отель. Но фасад останется таким, как вы видите его сейчас. А вот, как говорим мы, и наглядный пример. Здесь будет отель. Здание признали негодным, сносят все, что внутри. Снаружи фасад остается. И, как я говорил, будет отель. Жутко, когда представляешь, сколько здесь было людей, музыки, общения. И только твои шаги, как будто в пустом зале ты идешь и никого. У меня есть возможность вам эти звуки включить. А вы бы могли представить такое? Во время отсутствия туристов люди вытаскивают надувные бассейны прямо на туристических главных площадях, наливают воды, и дети отдыхают. А почему нет? Это порт. Sort of.
Если вы впечатлительный, то не пугайтесь ни в коем случае. Это местная забава. Мальчишки за деньги, которые вымогают у туристов, прыгают с моста. Но так как туристов нету, а я был один, посчитав свои доходы и расходы, и что они с этого выиграют, они решили не прыгать. Никто не сдвинулся. Что-то там выясняли, смеялись. Но, надеюсь, когда вы приедете в Порто, вам повезет больше, чем мне в этот раз. Ну а вообще, это каждодневная забава пацанов прыгать с Луиша Первого, с моста, с первого яруса. За денежку. Каждый уважающий себя турист, который побывал в Порто, конечно же, поднимался по этим лестницам, потому что они ведут к кафедральному собору. Собственно говоря, это то место, где я сейчас иду, где и родился Порто. Эти улочки знали многих. Здесь делались революции. Улицы простолюдинов, моряков, рыбаков. Безусловно, главным архитектурным зданием Порту служит главный кафедральный собор, а точнее весь соборный холм. Сам собор был построен в 12 веке в готическом стиле, но я вам не буду про это рассказывать, возможно, в другом видео когда-нибудь расскажу. Здесь родился Порту, отсюда его начало. И, сами понимаете, в таких местах всегда огромное скопление людей, но нет никого. Я, если честно, ни разу не подходил так к позорному столбу, и мог его просто рассмотреть, потрогать, чтобы не было людей вообще. Этот позорный столб расположен напротив кафедрального собора. Изначально он здесь не находился, а появился лишь при реставрации порта в 1945 году. Где он располагался до этого, неизвестно. Как и неизвестно, выполнял ли именно этот столб свои классические функции, или был создан уже как элемент антуража. Одно можно сказать наверняка. Вид у него самый что ни на есть типичный для португальского позорного столба. Именно поэтому его и расположили рядом с главным островком средневековья в Порту. Наш Федя с детства связан был с землею, домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он принес домой такое. Археологические раскопки в городе встречаются повсеместно везде, время от времени, так как под фундаментом каждого дома лежит культурный слой не пойми какого периода. Собственно говоря, копают в музее. Почему в музее? Да потому что Порто признан ЮНЕСКО как город-музей. Обратите внимание на щиты, которыми поддерживают стены рядом стоящих домов. В те далекие времена дома строили один к другому. Можно сказать, лепили. И они как фишечки домино. Убрал один, завалится другой. Так что здесь без вариантов. Если сносится дом, то другие обязательно укрепляются. Вы говорите про аварийное жилье, наши хрущевки хаять. Посмотрите, люди в чем живут. И все улыбаются.